Здорово, Люба, дорого смотреть, когда люди типа тебя открывают это видео и хотят узнать что-то новое, и именно выбирают этот канал. Как использовать камеру? Далеко не все модели для этого подходят, но я расскажу это на примере камеры Sony A7C. Как ее использовать без каких-либо дополнительных костылей, без каких-либо переходников HDMI и прочей фигни, как ее использовать как веб-камеру, подключив ее практически к любому ноутбуку, воткнув всего лишь один кабель, и ничего даже для этого делать не надо, без SMS и регистрации. Наверняка многие из вас видели вот подобное устройство. Это недорогое устройство, 730 рублей, может быть 1000 рублей. Переходник с HDMI на USB Type-C, чтобы заводить любую камеру в ваш ноутбук и через OBS или какую-то другую программу болтать по вашей камере, используя как, опять же, как вебку, например, вот такую, это Logitech. Совершенно всратая камера, честно говоря, я ее сейчас хочу, наверное, продать. Написано 1080p, нормально не фокусируется, нет нормального автофокуса. А брать какую-то другую камеру, более дешевую, подключать ее через вот эту штуку, которая может отхлебнуть в любой момент, это такое себе удовольствие. Почему я решил записать видео после обновления прошивки, в данном случае камера Sony A7C, кстати, я через нее сейчас записываю, на нее, точнее всего, сейчас записываю это видео. Можно взять просто ваш любой провод с USB Type-C, воткнуть его в камеру и воткнуть в ваш ноутбук или компьютер, и у вас будет вебка с хорошим объективом, который можно зумить с бакешкой, со всей фигней. Делается это всего лишь в два этапа. Вот наша, собственно, камера Sony A7C. Сбоку у нас есть тот самый вход USB Type-C. Вот он у нас находится внизу, куда подключается кабель, а другая часть его подключается в ваш компьютер. Заходим в меню, и у нас вот есть такой пункт USB поток. Как я сделал мое меню, как я его настроил, можете посмотреть, опять же, у меня на канале полная настройка камеры Sony A7C. Если вдруг у вас нету этого пункта, то заходим в чемодан. Вот он. И заходим в шестую вкладку этого чемодана. Выбираем пункт «Модель». Нажимаем и смотрим фотоаппарат. Вот, Sony A7C, версия 2.0. Если у вас версия меньше, чем 2.0, то камеру необходимо обновить. Не хочу записывать видео по обновлению камеры, потому что это достаточно геморройный процесс. Заходите на сайт Sony. Ссылку на прошивку я оставлю в описании. Скачивайте ее. Подключаете к компьютеру вот этот файлик, запускаете и таким образом обновляете вашу камеру через компьютер на Windows. На Mac'е это сделать достаточно сложно. USB поток у нас находится во второй вкладке, во второй фотоаппарат, и четвертая вкладка, вот она, нажимаете, и, собственно, ваша камера подключается к компьютеру через кабель как веб-камера. Единственное, сразу же скажу, надо сначала выбрать этот пункт, то есть как я сейчас делал, и только потом подключать ваш кабель, потому что если вы его сразу же включите, у вас режим передачи файлов включится. И когда вы подключаете USB Type-C кабель, у вас здесь появится значок вилки, то есть камера будет заряжаться. Если ваш порт будет недостаточно мощным, там пол ампера будет выдавать, то камера будет плавно, медленно, но верно садиться, потому что она будет работать только на вашей батарейке. Пустышку я бы не рекомендовал использовать, то есть имитацию именно батарейки. Ну вот, теперь ты классный стример, тебе практически ничего не нужно, всего лишь потратить 160 тысяч рублей на камеру и на объектив еще, может быть, столько же. Взять, подключить это все дело и успешно общаться по скайпу, когда ваши коллеги будут говорить: ничего себе, вот это у тебя вебка, а ты такой: да, я могу, я умею, либо по Дискорду, либо в прямых эфирах, если ты богатый, эксцентричный, вообще взять несколько камер, взять Stream Deck, такая штучка с кнопочками, которая переключает, собственно, камеры,
подключить несколько камер, переключать камеру сверху, сбоку, издалека и так далее, как основную эту камеру использовать, а камеру сверху использовать вебку просто, ее установив сверху. Надеюсь, это видео было полезным. Обязательно, просто обязательно надо написать какой-нибудь комментарий. Ого, я не знал, или ты знаешь, это уже месяца как 2.5 года все вышло, и я вообще давным-давно все это знаю, а ты вот такой душнило только сейчас записал это видео. Дело ваше, что писать, какие лайки ставить или дизлайки. Дизлайки все равно не показывать. Плевать, хоть там обдрещитесь ими, вообще пофигу. Ну и, конечно же, подписаться на канал, на этот, перейти в описание, посмотреть ту божественную россыпь других каналов и подписаться на них. Если вам понравился, опять же, ролик, и вы богатый, эксцентричный, можете задонатить блогеру, либо перейти, опять же, по ссылочкам, оформить классную карту Тинькофф или подписку на Epidemic Sound и использовать музыку без коммерческих всяких ограничений, наваливать любые треки бесплатно по подписке, по ссылке в описании. Всем спасибо, всем пока, хороших вам стримов и видосиков на ваши камеры.